Все, девочки, баста. Рассвет закончился. Это последнее. Ну что, ждешь? Угу. Обещал заехать. Ладно, давай работать. Закончить надо. Слушай, Свет, что мне делать, а? Он мне предложение сделал. Завтра хочет ЗАГС заявление подавать. Сегодня с мамой едем знакомиться. Ух ты! Вот меня бы какой москвич замуж позвал. А уж такой, как твой Игорь, надоело по этим общагам мыкаться до чертиков. Работа эта достала. Думаешь, мне не надоело? Ну, а в чем проблема? Ой, не знаю я. Мне всегда казалось, знаешь, что любовь, ну, чувство такое, волшебное, что ли. Приехал? Угу. Ох, Ленка, что ты себе такое заоблачное выдумала с этой любовью? А у нормальных людей все гораздо проще. Ладно, пошли в душ. Страшно мне, Светка. Не хочу на эти смотрины идти. Ну и дура. Хочешь незамужней остаться и всю жизнь потом стенки штукатурить? Тебе 25. Ты на него уже целый год потратила. Если сейчас откажешься, сколько потом следующего предложения ждать, а? А детей когда рожать? Ну, чё ты мнёшься? Да, он, конечно, не идеал. Но зарабатывает прилично. И опять же таки, жилплощадь. Будет прописка. Сможешь на нормальную работу устроиться. А любовь стерпится, слюбится. Майна! Да, мам, я всё понял вам. Угу. Ну, сейчас уже скоро будем. Ой, не знаю, Светка, у меня такое ощущение, что он только мамочку свою и любит. Знаешь, он все время говорит, что я обязательно должна понравиться его маме, что от этого зависит наше будущее. Да, и боюсь, вдруг я им понравлюсь. Если он тебя любит, все перемелется вместе с мамочкой. Не знаю. Ты просто красавица сегодня, Ленка. Такая не может не понравиться. Думаешь? Ну ладно, иди, он заждался тебя, наверное. Ладно. Побежала. Желаем мне чего-нибудь, подруга? Ни пуха, ни пера. Тебя сегодня ждать? Ночевать. Возьми, это подарок. Нет? Нет, это для мамы. Подаришь как бы от своего имени, понимаешь? Я могла бы и сама купить. Просто нужно было предупредить. Ну зачем? Ты все равно не знаешь, что ей нравится. А для тебя тоже есть подарок. Вон там, посмотри. Здесь? Угу. Красиво. Спасибо.
Леночка, одень его. Ну, одень, одень. Слушай, у тебя красиво. Да, спасибо. Маме понравится. Значит, чтобы маме понравилось, да? Скажи мне фасон нижнего белья. Я тоже буду с ней обсуждать. Слушай, ну зачем ты так? А как? Ну... Ладно, скажи мне, пожалуйста, а вот вообще почему ты решила не жениться? Ну надо же когда-то жениться, мне все-таки скоро 30 лет. Самое время. То есть только поэтому, да? Ну-ка, останови машину. Я сказала, Лен, немедленно останови машину! Лен, подожди, стой! Стой! Подожди, Лен, извини, все! Не надо меня трогать! Извини, прости, все, извини! Все, прости, ну люблю, конечно. Лен, ну прости, ну перебор вышел. Ну кретин. Ну прости. Давай поедем, нас уже ждут. Ну не переживай ты, ну... Мама у меня мировая. Да не волнуйся ты. Мама у меня мировая. Еще волнуется бедная, что 2 часа простояли в этой пробке. Куда, куда? Сюда, сюда. Так, где ключи? Вот. Да не волнуйся, ты все, успокойся, все. Привет, ма. Привет, проходи. Извини, слушай, пробки еле доехали. Привет, это тебе. Познакомься, это Лена. Это вам. Ну что ж, проходите. Ну что ж, пойдем, тебе квартиру покажу. Здесь у нас библиотека. Проходи, давай. Библиотека здесь у нас. А там у нас, проходи... Мамина комната, там кухня, там у нас туалет, ванна, а здесь моя комната. Прошу. Давай. Присаживайся, садись. Ой, я тебе фотографию покажу, я в горах отдыхал. Игорь, сядь, пожалуйста. Слушай, не волнуйся так, никто тебя не съест. Не оставляй меня одну. Я только маме помогу на стол накрыть. И сразу вернусь. Угу. Да? Хочешь, любимый фильм покажу? Вчера начал смотреть. Тебе тоже понравится. Не показалось, я не понравилась. Вот именно, что показалось. Я сейчас. Вот смотри. Все. Давай только недолго, а? Я сейчас. Ма, у тебя все готово? Да не волнуйся ты, все готово. Ну как она тебе? Я пригласила Веру Ивановну. Зачем? Слушай, немедленно отмени приглашение. Вера Ивановна, твоя крестная мама, и имеет полное право увидеть, на ком ты собрался жениться. Ну почему ты мне ничего не сказал? Я же сказал, никого посторонних не будет, только мы. Она и так волнуется. Тетя Вера не посторонняя. О, вот она. Только пообещай мне, что будешь с ней вежливым и обходительным. Хорошо. Я очень тебя прошу. Хорошо. Проходите, проходите. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Познакомься, Игорек. Это Инночка. Дочь моей институтской подруги. Очень приятно. Приехала из Киева. Mm-hmm. Не могла же я ее одну оставить. Очень приятно. Ой, это вам. Посмотри, Игорек, твой любимый киевский торт. Mm-hmm. Спасибо, Инночка. Так, Валерия, мы с тобой на кухню, mm-hmm. к хозяйству. А ты, крестник, поухаживай, займи чем-нибудь гостью. Она, между прочим, как и ты, коммерцией занимается. Послушай, может,
Сходишь, посмотришь на нее, она у Игоря в комнате сидит. Да что мне на нее смотреть, не пора она ему. Слушай, а Иночка кто? Откуда ты ее откопала? Это секретарша моего хорошего знакомого. Он бизнесмен, одолжил ее на весь вечер. Я, конечно, ее хорошо подготовила, так что не волнуйся. Твой Игорек через полчаса забудет про свою штукатурщицу. А что мы это скажем ему, когда она исчезнет? Ты паспорт спрятала? Да, конечно. Ну что, так и будем стоять в коридоре? А, нет, проходите, пожалуйста. Вера Ивановна сказала, вы собираетесь жениться? Ну, жениться это громко сказано, пока только заявление подавать. Угу. Прошу. Спасибо. Нет, не сюда, вот туда, вот в эту комнату. Хотите кофе принесу? Лучше что-нибудь выпить, что-нибудь легенькое. Сейчас организуем, да. Сюда? Да, пожалуйста. Ты присоединишься? Да, хорошо, проходите, располагайтесь. Я сейчас. Туда. Господи, только бы он расстался с этой штукатурщицей. Тетя Вер, вы что, обалдели, что ли? Зачем вы привели эту девицу? У меня невеста в комнате. Мам-то рассказала про Лену? Да, рассказала. Игорек, начнем с того, что я тебе не чужая, а крестная твоя мама. И мне твоя судьба не безразлична. Я не могу позволить, чтобы ты свою жизнь связал неизвестно с кем. Да как это неизвестно с кем? Мы уже целый год вместе. А завтра собираемся подавать заявление в ЗАГС. Да мне достаточно знать, что она сирота, без роду, без племени. Штукатурщица. Угу, чтобы угу. понять, что она тебе не пара. Знаю я эту публику. Им главное в городе прописаться. Угу. Приезжает с голой задницей. Угу. А потом вот ищут таких дурачков, как ты. Я взрослый человек и как-нибудь сам разберусь. О, он сам разберется. Да мне смешно тебя слушать. В чем ты разберешься? Игорь! Где ты будешь жить? Вон, у матери в квартире, на ее горбу. А если твоя невеста забеременеет? А твоя штукатурщица точно все сделает, чтобы побыстрее забеременеть. И привязать тебя покрепче. Вон, посмотри на Иночку. Молодая, красивая, а уже в большом бизнесе. Вон, на каких надо жениться. Ваша Иночка, между прочим, выпить попросила. Молодец. Ох, молодец. А ты поухаживай. Между прочим, она хорошая и умная девочка. Угу. Валерий, доставай вино. Игорь. Слушай, я там на какую-то кнопку нажала. У меня изображение пропало. Здрасте. А может, я могу чем-нибудь помочь? Да нет. Давай пойдем. Телевизор, пойдем. А кто это вообще? Сейчас я тебе все объясню. Ну, где мое обещанное вино? Да, сейчас. Одну минуту. Подождите, одну Ты минуту. Ты обещал сейчас. Мне... Сейчас. Это кто? Пойдем, сейчас все объясню. Что происходит, а? Проходи. И пепельницу не забудь, пожалуйста. Хорошо, сейчас принесу. Кто эта девушка, а? Ты же мне сказал, что кроме нас и твоей мамы никого Послушай, не будет. Послушай, я сам ничего не знал, ну честное слово. Слушай, оставь какой-то дурацкий пульт, а? Ты можешь мне просто объяснить, кто это и все? Вот эта женщина моя крестная. А эта девица и родственница из Киева. Ну родственница я... Ну я не знал, честное Прекрасно, слово. Прекрасно, давай просто уйду и все. Стой, подожди. Подожди, я сейчас все улажу. Посмотри фильм. Фильм посмотри. Какой фильм? Смотри Игорь, кино, какой смотри фильм? Кино. Игореша, Иночка, выпить захотела. Иди, отнеси. И выпейте вместе. Ма, что происходит, а? Тетя Вер, вы меня, конечно, извините, но вы очень не вовремя появились со своей Иночкой. Сегодня я пригласил свою невесту, чтобы познакомить с мамой. Так. Потому что завтра мы хотим подавать заявление в ЗАГС. А вы обе ведете себя, как будто ничего не происходит. Чего Ма, орёшь? Объясни, что происходит? Тебе Лена не понравилась, да? Игоречек, тетя Вера права. Она тебе не пара. Ну почему? Я не понимаю. Ты же знал, что мы целый год вместе. Да, знала.
и каждый день надеялась, что когда-нибудь это закончится. Ну почему? Не кричи! Ну, почему? Дурдом какой-то! Ну ты же хотела, чтобы я женился! Пожалуйста! Да, хотела. Только не на штукатурщице. Ну ладно, хватит! Все, довольно! Пусть лучше на штукатурщице, которая любит меня и которую люблю я, чем на какой-то самодовольной стерве! Что-что? Да как ты... Да что ты себе позволяешь, а? Ой! Ой! Ой, Вера! Ой, ой, Верочка, сердце! Да что ты стоишь, как истукан воды? Ой, господи! Ой. Что с тобой? Да быстро! Мама, воды! Давай карвалол! Карвалол! А вот он. Что ж, он все рассыпается. Ну? Сейчас, сейчас, подожди. Давай, давай, быстро. На, на. Мам. Ой, прихватило. Выпей еще, выпей еще. Мам, прости. Я не знаю, что на меня нашло. Прости. Ну как? Все, 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 отлегло. Ушла. Ты что, артистка? Ну ты даешь, боже мой. Нет. Пока нет. Через пару часов освобожусь. Ты тут в одном месте пока. Шеф попросил. Что я делаю? Я тебе завтра расскажу, предупреждаю сразу. Со смеху умрешь. Она ушла. Вот и правильно сделала. Она, в отличие от тебя, давно поняла, что не в свои сани садиться не надо. Иди вон, отнеси Инночке вино. И давайте накрывать на стол. Я, в конце концов, так есть хочу. Иди, Игорючек. Ну, ты же понимаешь, что мы тебе добра желаем. Комендант велел передать, если еще раз придешь своего парня, он тебя вытерет. Поняла? Это последнее предупреждение. И не проси меня больше. Все. Все, пойду я спать. Ну подожди, Ленка, может, еще позвонит? Ты же не знаешь, что у него там. Да не пойду я за него замуж, Свет. А знаешь, я даже рада, что все так вышло. Но нет у меня к нему таких чувств. С обмана жизнь начинать нельзя. А дальше что думаешь делать? А, не знаю. Слушай, надоело так все, а? И работа эта, и общага. Да брось ты, Лен.
А что тогда нужно было сюда приезжать? М? Ну, работа не нравится. Но мне тоже не нравится, Ленка. Другую найдем. Жених не нравится. Другой нарисуется. Это ж Москва, Лен. Слушай, у меня вино есть. Давай выпьем и на дискотеку. И горено все синим пламенем. Ой, слушай, чуть не забыла. Тебе ж письмо. Я тут на вахте взяла. Вот, из нотариальной конторы, между прочим. Откуда? Из нотариальной конторы. Подожди, может, не мне? Ну, тебе, тебе, Лене Малининой. Танцуй. Сейчас испоюсь, танцуй. Ну-ка, давай сюда. Малининой. Ну что там? Да ерунда какая-то. Слушай, меня приглашают в Приморск в нотариальную контору для оформления наследства. Шутишь? Mm-mm. Ух ты. Здесь даже бронь оплачена на билет. От кого наследство не написано? Посмотри. Ну, не с неба ж оно могло тебе свалиться-то. Вспоминай всех своих родственников. Да не знаю, мне мама только про моего деда рассказывала. Он, по-моему, был морским офицером. Только знаешь, он ее выгнал из дома. Ну, когда узнал, что она мной беременная. Ну, не хотел признавать небрачного ребенка. Как это выгнал? Беременную? Да. Только мама его никогда не осуждала. Не знаю, может, время было такое. Только университет ей пришлось бросить, чтобы меня вырастить. Жить нам было негде. Мотались по всяким общагам. Потом уже мама дворником устроилась, ну, чтобы хоть какую-то комнату в бараке получить. Вот так и жили. А дед тем временем один в своем доме барствовал. Сволочь. Он мне и маме жизнь сломал. В гробу я видела его наследство. Никуда я не поеду. Ленк, успокойся. Успокойся и не маши саблей. Если наследство от деда, значит, он умер. Наследство при жизни не оставляют. Надо поехать, все разузнать, во всем разобраться. А в чем разбираться, Света, в чем? Если бы он мою маму бы не выгнал из дома, она бы сейчас жива была, понимаешь? Знаешь, я когда уже подросла, жила на застенке один. В общем, подонок один. Мама ему белье стирала, чтобы лишнюю копейку иметь в зарплате. В общем, он один раз так напился, что пытался меня изнасиловать. В общем, мама успела, она вцепилась ему в волосы. Он взвыл от боли и отшвырнул ее. Она ударилась о край печи и проломила себе основание черепа. Господи, она даже скрикнуть не успела. Не нужно мне от него никакого наследства. Лен, нужно поехать и разобраться. Тем более билет есть. Никуда я не поеду. А ты хорошо танцуешь? Надеюсь, мы от нее избавились.
За наш дуэт. Ура! А я не только хорошо танцую. Ну что? Ленка? Ленк? Спишь? Что? Ленка, а ведь это знак. Точно, такое только в кино бывает. Какой еще знак, а? Вот смотри. Завтра ты должна была идти с Игорем в ЗАГС подавать заявление. Но мамочка его этого не захотела. Так? Ну, так. Но пришло вот это письмо. И завтра ты должна ехать в Приморск. И куда я не поеду? Поедешь, Ленка. Это судьба. А судьбе нельзя противиться. Иначе она наказывает. Скажи, а какой мой дедушка? Дедушка? Дед у тебя очень красивый, Леночка. Он настоящий морской офицер. С орденами и погонами? С орденами и погонами. Он у нас очень строгий. Приготовьте проездные документы. Ваш билетик. А слоник тоже дедушке? Он тебе его подарил? Нет. Я сама взяла на счастье. Мама, а что такое счастье? Ваш билетик. Хорошо. Девушка, ваш билетик. Я не могу его найти, но я покупала. Ищите. Подождите, я найду билет. Так что? Билетик ищет девушка. Так, девушка, не задерживайте. Мы эти спектакли по 10 раз на день видим. Или платите штраф, или на выход. У меня нету денег, я на последние деньги купила. Ну купила, ну так давай. Я его, наверное, потеряла. Так на пиво у них всегда деньги находятся, а? Так, девушка, давайте в тамбур, давай, на следующий сад, пожалуйста, и все. Не надо. Молодая, подожди. Пешочком прогуляется. Какой штраф? 100 рублей. Угу. Угу. Да. Пошли. Спасибо вам. Вы из Приморска? Я верну деньги. Скажите адрес. Не нужно. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Моя фамилия Малинина. Я от вас письмо получила. Игорь Владимирович, тут у нас Малинина объявилась. Сейчас, минуточку. Угу. Одну минуточку. Ради бога. У меня очень срочное дело. Подождите, пожалуйста, здесь. Вы Малинина? Да, это я. Очень хорошо. Прошу вас, проходите, спасибо, пожалуйста.
Простите, это буквально пару минут. Пожалуйста, присаживайтесь. Очень хорошо, что вы нашлись. Ваш паспорт, пожалуйста. А мы уже вас 3 месяца ищем. С самого первого дня. Ваш дед, Семшев Павел Петрович, умер от рака легких. Примите искренне мои соболезнования. Но перед смертью он оставил на ваше имя завещание, из которого следует, что Малинина Елена Анатольевна является прямым и единственным наследником на жилой дом по адресу Прибрежная, 2, и автомобили «Жигули» 6-й модели. Прошу вас, пожалуйста, распишитесь вот здесь. Здесь? Да. Благодарю вас. И что мне теперь делать? Владеть и домом, и автомобилем. Угу. То есть я могу все это продать? Нет, только через 3 месяца. Ясно. Я свободна? Да, до свидания. До свидания. Алло, это нотариус. Вы просили вам сообщить, когда появится наследница интересующего вас дома. Да. Да нет, я думаю, проблем не будет. Она уже интересовалась, можно ли продать дом. Да. Очень любила качаться на качелях, которые сделал твой дед своими руками. У нас всегда было шумно, дом был полон гостей. Калитка никогда не закрывалась. Я очень любила эти сборища военных моряков. Мы с ним часто путешествовали по всему миру. Твой дед сажал меня перед глобусом к себе на колени и часами рассказывал о морских походах, в которых он участвовал, и показывал их маршруты. Дядя Юра, а ты кто? Я Лена Малинина. Мне этот дом наследство от дедушки достался. Нашлась, Елена прекрасная. Ну, теперь у нас все в нюансах. Так вы кто? Ты, Лена Пена, не обижайся на деда, он тебя искал.
потому что он хотел перед смертью с тобой проститься, но Бог, понимаешь, распорядился по-другому. Так вы знакомые, я не пойму, моего деда? Да знакомые, можно и так сказать. Я же его и хоронил, понимаешь? А вчера я перебрал. А старуха мне такое устроила, что я сюда и зарулил. Ну, от греха подальше. Понимаешь? А, да, ключ. Ключ. Вот ключ. Ключ. Это дед мне еще дал, потому что я за ним присматривал. Так он мне остался. Возьми. Да. Возьми, возьми. Дом-то твой. Ладно, я пойду со своей старухой мириться. Вот. Если что, заходи в мой дом напротив прям. Если меня дома нет, заходи в зоопарк. Зачем? Как зачем? Я там зверей кормлю. Что? Так что заходи, если так сказать, чего. Спасибо. Да, кстати, дом этот сюрпризом. 1,5 века тому назад его построил купец Коровников. Знаешь, сколько за эти годы слуг входило про этот дом? Но главное, знаешь что? Что? Ну, говорили, что он спрятал в этом доме клад с золотыми монетами. Мы с твоим дедом достали армейский миноискатель. Вот все потолки, все чердаки, все стены, все полы. Ничего не нашли. Может, тебе повезет. Давай. До свидания. Счастливо. Николай Николаевич, спасибо огромное. Завтра в 8. Есть, товарищ майор. Вперед. Спасибо, до свидания. До свидания. Маринка, что случилось? Все хорошо. Просто голова закружилась. Ты в порядке? Все в порядке. Давай возьму что-нибудь. Не надо, я сама. Ну что, что стал? Иди, договаривайся. Да все будет нормально. Да это Бог. Ну что ты перепугалась? Ты, что ли, хозяйка?
Вы тоже сосед? Ну, почему сосед? Я Коровников. Правнук купца Коровникова, первого хозяина этого дома. Слышал, дом продается. Хочу купить. Ха. Называй цену. Ух ты. Да. Но учти, много не дам. Дом старый, дореволюционный, 100 лет ему, так сказать, БУ. Покупаю исключительно из уважения к памяти предка. А ты ничего? Может, продолжим разговор в ресторане, я на машине. Знаете, дом может быть и старый, но задешево не получится. Да ладно. Здесь, между прочим, клад зарыт. Тоже рассчитываете золото найти? Сказки все это легенды. Это я тебе, как потомственный Коровников, заявляю. Угу, угу. Ну так сколько? Слушайте, а чему вы вообще взяли, что я его продаю? Дом. Я, между прочим, никаких объявлений еще не вывешивала. Мне нотариус звонил, сказал, объявилась наследница. А-а-а. Ты наследница. Спрашивала, ну, можно ли продать. Да. Сколько? Ну, я не знаю. И потом у меня еще 3 месяца до вступления в наследство, так что... Извините. Вот это не проблема. Пишешь на меня генеральную доверенность. Так. Нотариус заверяет, в обмен на доверенность получаешь деньги. Идет? Ух ты. Сколько? Давай, давай, давай. Я подумаю. Ну, подумай. 2 дня тебе хватит? Хорошо. Боря! Девчонка попросила подумать, дала ей 2 дня. Да с ней проблем не будет. Слушай, со стариком ты тоже говорил, проблем не будет. Старик, прокололся. Другое дело. Да и наследница объявилась. Со стариком ты прокололся, признайся. Боря, я тебя умоляю, все нормально. Увидишь. Все нормально? Ну, я тебе говорю, все нормально. Глеб, ты о сроках помнишь? Они уже давно все вышли. А наш уважаемый заказчик ждать не любит. Он ждать не любит. 2 дня погоды не делают. Он ждать не будет. 2 дня погоды не делают. Пошли. Ну, пошли. Мамочка, я скоро вернусь. Заберу вещи, документы и сразу назад. Не скучай.
Колька! Живой! Колечка! Боже, Господи, Боже ты мой! Откуда ты? Ну откуда? Ой, садись, садись. Колька. А дядя Юра где? В зоопарке все работает? Да, только вытолкал на работу. А вчера набрался алкоголик старый. В зоопарке, а где же? Только там ему и место. Ой, да ты давай, я это, бычков пожарила. Ешь. Ой, у меня же вот что есть-то. Праздник же. Ой. Господи, я ж глазам своим не верю. Откуда ты? Ведь слух прошел, будто ты в плен попал. Да погиб. Было дело. Но не погиб. Слава Богу. Ой, помидорчик вот ешь. Ешь, бычки пожарила. Тетя Марго, я же не пью. Да, за такое-то дело. Да. Коля. Прям не знаю, как сказать тебе. Тебе ж возвращаться-то некуда. Мать твоя померла, а жена замуж вышла. Знаю. И вроде как родила уже одного мужика. В квартире твоей живут. Да ничего, ничего. Документы сделаю. На работу устроюсь. Я прям глазам не верю своим. Господи! Извините, что помешала. Лена. А знаешь, это игра такая. Светка мне поцелуй проспорила. Скажи, да? Лен, ну ты же сама сказала, что у вас все. Я еще на работу опаздываю. Да ничего страшного, можете продолжать. Я все равно сейчас уйду. Только не забудьте согласовать с его мамой. Я с мамой больше ничего согласовывать не буду! Лен! Не прикасайся ко мне! Да. Передай прорабу, что на работу я больше не выйду. Я увольняюсь.
Ты что, не могла дверь закрыть? Вот. Вот. Что за шум? Малинина! Вас предупреждали по поводу кавалеров? Слушайте, да пошли вы все! Что? А? Готовьте документы на выселение. Да пошел ты! Господи, боль, боль. Да. О, жилье. Алло, Эсмеральда. Куда? Эсмеральда. Дядь Юр, а меня яблочком не угостишь? Дядь Юр! Дядь Юр! Яблочком не угостишь? Со свиданием. Поехали. Дядя Юр, я у тебя здесь на постой. Это вообще... Скажи, пожалуйста, я все знаю про твою жену. Ты-то знаешь? Знаю. Она даже ребенка успела завести. Как она тебе в глаза-то посмотрит? Как? Как обыкновенно будет смотреть. Дядя Юр, ну чего ты? Что не делается, все к лучшему.
Дядя Юр, я у тебя на постой. На пару недель останусь. Ты сам шел? Пока документы выправлю в военкомате. На работу устроюсь. Домой! Что ты нам с Марго? Чужой, что ли? Наливай! Да мне пока документы в военкомате выправлю, на работу устроюсь. Все в порядке. Все нормально. Поехали. Как же ты вовремя вернулся. Прям по трубам. Значит так, ты помнишь моего соседа? Тоже моряк был. Это сумасшедший капитан, что ли? Какой сумасшедший? 3 месяца назад. Умер. Приехала его внучка. Он ей в наследство дом оставил. А я здесь при чем? Ты в нем жить будешь. Чего? Он большой. А я с ней договорюсь. Я уж познакомился уже. Ну, просто познакомился. Понимаешь? Кстати, ты в автомобилях, понимаешь? Ну, да. А он ей «Жигули» в наследство оставил, так в нем еще мотор барахлил. Ты мотор наладишь. Ну, там она молодая, хорошенькая. Слюбитесь. Лезь, масяйте. Дядя, а там... Дядя, ты фантазер? Еще тех полей. Жизнь, Коля, такое нафантазирует. Вот. Вот. 30 лет назад. Вот. Иду. Куда? Мимо. Скружают мебель. Кто? Кто? Марко. Я помог сгрузить мебель. Вот до сих пор не знаю, правильно ли я сгрузил мебель или нет. Этого нельзя. Этого нельзя. Этого нельзя и этого нельзя! Вот тебе и фантазии жизни. Поехали. Дядя Юр, так я останусь. Муха не прилетит, останься. Останься только единственное маленькое условие. Днем здесь нельзя. Если понял. Нас застукают начальство, то значит оба нас... выбрут. Ключ наверху. Я помню. Но, я тебе скажу честно, насчет квартирантки эта муха не пролетит, молодая. Лезь на сиськи, ушки. Дядя Юр, по последней мне еще в военкомат бежать. Понял, перехожу на прием, все, поехали. Коля, живой. Извините, а вы не могли бы мне помочь с вещами? Хорошо. До свидания. Спасибо.
Ну все. 3 месяца, Боря! Угу. Три месяца ты не мог найти эту девчонку. Давай за... За наш совместный успех. 3 месяца, Боря. И... Боря, мы нашли эту... Мы нашли! Нашли успокоиться. Мы нашли ее, Боря. Нашли! Дом наш. Мы... Боря, давай выпьем. Отстань. Сашенька, помоги моему другу добраться до машины. Подожди, уйди. Я потомственный купец Коровников. Машинка моя любимая. Володя, помоги ему. Отвези его. Я сам доберусь. Давай. Что ж такое? Егор! Охрана! Егор! 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 Да где же ты в конце концов? Да сколько же можно спать? Да что же это такое? Егор! Егор? Егорушка? Егорушка? Что? Что это такое? Кто это? Кто? Кто сделал это? Где они? Кто? Надо же в милицию звонить, Егор. Кто? Подожди. Кто? Что? Не надо. Кто это? Никуда звонить не надо. Они сказали, у вас есть только 3 дня. Кто сказал? Они. Только 3 дня. Они так и сказали? Да. 3 дня. 3 дня. У меня 3 дня. 3 дня. Эсмеральда, почему ты так нас встречаешь? Скажи, пожалуйста. Как надо встречать? Развернуться, подготовиться к хозяину и лес масяски. Ой, спасатя тут там. Колюнчик, Маргош тебе пожрать прислал завтрак. Мне по 1-е число, потому что я домой не приволок. Сейчас я тебя подниму. Все, подъем! Все, Рыга! Дядь Юра! Вот так. Мои тоже проснулись там. Вон тебе прислали все. Ну что? Спасибо. На новом месте невеста не приснилась? Нет. Это говорил тебе, что ты починишь машину. Невеста. Какая невеста? Здоров живешь.
Какой невесте, какой невесте? Леночка, чудная Леночка, знаешь, такая Петровича внучка. Ну, я тебе рассказывал. Ну, помню. Это, дом оставил, машину оставил, угу. Жигули. А я и договорился с ней, что это самое. Я вот сейчас переоденусь, мои парни-то уже ждут, жратвут. Я сейчас отнесу, а потом к тебе зайду и договоримся. Бог в помощь. Здрасте. Здравствуй. Ну, показывай свою машину. Что? Какую машину? Мне сказали, ты просила посмотреть движок твоей машины. Что там с ним? Что просили? Движок? Слушай, у меня мало времени. Давай быстрее. Знаете, я никого ни о чем не просила. Ясно. Подождите! А вы не могли бы мне помочь натянуть веревку? Ну да. Вы просто настоящий джентльмен. Видно, помогать девушкам ваше призвание. Просто это несложно. А я не об этом. Я вас еще в электричке запомнила. Ну, когда вы за девушку заступились и заплатили за нее штраф. Скажите, если бы у меня не было денег, вы бы тоже заплатили? Боюсь вас разочаровать, но я не Рокфеллер. На вас у меня денег бы не хватило. Я пойду. Ну, подождите. Если вам очень хочется, можете посмотреть мою машину. Совершенно не хочется. Надеюсь, вот так, мой маленький. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Вот так вот. Давай закроемся и будем баиньки. Баиньки, мой маленький. Ты меня напугал. Это ты меня пугаешь. Ты мне должна все объяснить. Я жду. Давай, ну, объясняй. Сереж, успокойся, я просто от нечего делать листала альбом. Неправда. Он вернулся. Я видела его возле нашего подъезда. Он погиб. Я видела его, как тебя. Но он даже не подошел ко мне. Прости, что сразу не сказала. Что теперь? Ничего. Ничего. Он вообще знает, что у тебя есть муж? Что у тебя семья? Тише, прошу тебя. Я не знаю.
Ты не должен меня ревновать. У нас ведь ребенок. А масло в прошлом. Но ты же знаешь, что это его квартира. Это ваша общая квартира. Тише, прошу тебя. Эта квартира его. Она досталась по наследству от его матери. Он подходил к тебе? А какое это имеет значение сейчас? Ты что, его до сих пор любишь? Ты что? Ну ты что? Ты что такие глупости говоришь? М? Я тебе не позволю с ним встречаться. А я не собираюсь с ним встречаться. Он приходил, наверное, потому что у него здесь вещи. Значит, нужно отдать ему эти вещи. Тише, прошу тебя. Вика, ты нашла его? Борис Борисович, не могу дозвониться. Появится, сразу ко мне. Ну ладно. Показывай свою машину. Почини. Но только ты мне поможешь в одном деле. Чего ты? Слушайте, я эту машину еще в глаза не видела. И уж тем более никого не просила ее чинить. А вы, между прочим, уже второй раз ко мне с ней пристаете, уже с какими-то условиями. Я пристаю? Твой сосед, дядя Юра, сказал, что что-то там с движком в твоей машине. Ты ему жаловалась, просила помочь. А, дядя Юра. Понятно. Ну да. Есть теперь у меня машина. Так а что с движком-то? А я откуда знаю? Я тоже эту машину в глаза не видел. Ну? Ну, ладно. Чините, раз пришли. Ну и выкладывайте, что там нужно. Сначала машина. Ну, вырубился телефон. Ты бы еще вечером явился. Вот тебе миллион, и чтоб вечером купчая лежала у меня на столе. Понял? Да. Этой суммы, я думаю, хватит. Я тоже так думаю. Девчонка, штукатурщица. Только денег, наверное, и в глаза не видела. Если только вдруг... Что вдруг? Значит, никаких вдруг и никаких если! Ты меня понял? Что ты разнервничался? Вечером купчая должна лежать у меня на столе! Что ты разнервничался? Все будет нормально. Нормально. Сделаем. У тебя нормально. Пошел вон отсюда! У него нормально. Все будет нормально. У нас 3 дня! Я здесь! Жду твоего звонка! У него нормально.
Я вам молока принесла. Попить. Спасибо, я не люблю молоко с детства. Да и пить не хочется. А я люблю. Ну и что там с движком? Все в полном порядке. Даже не знаю, зачем было меня вызывать. Слушайте, я вам уже говорю несколько раз, я вас не вызывала. Вы мне уже достали с этим движком. Ну, я тут кое-что подшаманил. Принимайте работу. Ух. Вот. Работает как часы. Дед ваш был молодец. Машина в идеальном состоянии. Ну, будем считать, что движок вы мне все-таки починили. Ну, будем считать. Выкладывайте ваши условия. Да, дело-то простое. Только деликатное. Давайте для начала перейдем на «ты». Ну, давайте. Коля Маслов. Лена Малинина. Очень приятно. Кто это? Девочка! Да. Хочет купить этот дом. А ты его продаешь? Еще не решила. Понятно. Хозяйка! Хозяюшка! А в доме нет никого. Здравствуй, солнце. Здрасте. Я тебе денежку принес. Ой. Добрый дедушка Мороз хозяйке денежку принес. Пойдете в доме поговорим. И чаем напоишь? Напою. Не могу ждать до завтра, шеф, сволочь, в срочную командировку отправляет. Ой. Давай торговаться, назначай цену. Но я еще ничего не решила. Давай решать вместе. Вот дом, вот деньги, вот ты, вот я. Ты продаешь, я покупаю, ты продаешь. Едем к нотариусу, оформляешь на мое имя генеральную доверенность и получаешь вот этот мешочек. В нем, кстати, денег столько, сколько ты в глаза никогда не видела. Так и быть, не буду торговаться. Раз уж форс-мажор с моей стороны, плачу за срочность. А сколько же это я в глаза не видела? Миллион, лапочка. Миллион. Миллион? Домик твой, конечно, столько денег не стоит. Но я же говорю, устроил его мой прадед, поэтому и покупаю. Давай, давай, столько тебе никто не даст. Миллион, конечно, предложение очень заманчивое, но... В общем, я сейчас не буду продавать дом. Понимаете, меня из общежития выселили. И мне сейчас негде жить. Лапочка. Лапочка. Так дела не делаются. Ты понимаешь, если мы с тобой сейчас не договоримся, может статься, что не договоримся вообще. А такого выгодного покупателя ты не найдешь. Я понимаю. Но продавать сейчас не буду. Вот если бы вы мне предложили обмен на квартиру в Москве, было бы замечательно. В Москве. А на Луне-то квартиру не хочешь? Вы не обижайтесь, пожалуйста, на меня, но мне действительно сейчас, негде жить. Я подумаю, может, найдется для тебя какой-нибудь вариант. Ну и ты подумай. Миллион на дороге не валяется. Я через пару часов заеду. Договорились? Договорились. Приезжайте. Thank you.
У меня мало времени. В чем проблема? Чем я могу вам помочь? Тебе. Помоги забрать документы у моей бывшей жены. Я бы и сам мог. Но там у нее новый муж, у них ребенок. Неудобно. Ну, понятно. Слушай, а далеко? Мне просто через пару часов надо быть дома. Ну, если на твоей машине, так за полчаса обернемся. Ну, отлично. Давай, я только переоденусь. Я быстро. Спасибо. Оля, ты на месте. Отлично. Зайди ко мне. Да. Разрешите? Да, конечно, сходи. Прости, что дернул тебя в выходной день, но возникли важные дела. Садись. Вот, смотри. Срочно разбери дела призывников, получивших отсрочку. Пришел запрос из милиции, нужно срочно составить список и отослать им. Сделаем. Да, вот еще что. Звонили из пожарного ведомства и предупредили, что придут с проверкой состояния нашего здания. Что у тебя в архивах? Порядок. Порядок. Огнетушители на месте? Ну, вроде на месте. Вроде. Давай ключи, я сам посмотрю. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Марина? Да. А вы, простите, кто? Я пришла к вам по просьбе Коли Маслова. Он просил, чтобы вы передали мне его документы. Он сказал, вы знаете, какие. Проходите. А вы ему кто? Знакомая. Он машину мне ремонтировал. Подождите здесь, я принесу его вещи. Он сказал, его интересуют только документы. Хорошо. Вот, здесь все. Скажите, а Коля где сейчас? Внизу, в машине. Около дома. А как вас зовут? Лена. Лена, вы не могли бы побыть здесь? Если ребенок заплачет, дайте ему соску. А какая машина? Светлые «Жигули». Спасибо, Лена. Я недолго. Thank you.
Здравствуй. Здравствуй. Ты говоришь, она миллиона никогда в глаза не видела? Ее выселили из общежития, и ей негде жить. В связи с этим деньги ее не интересуют. А что ее интересует? Она согласна поменять дом на квартиру в Москве. Ни много, ни мало. Основная проблема, я думаю, не в том. Там во дворе ее дома пасется молодой козлик. Вероятно, он ей посоветовал на Москву меняться. Ну и что ты ответил? Попросил 2 часа подумать. 2 часа? Ты попросил подумать 2 часа? Нет, а ты подумал, что вот здесь! Не иди кричи. Сюда! Вот здесь! Должно было стоять вот это! Когда? Ты помнишь? Надо подумать. Подумать? Так вот я уже подумал! Значит, мне все равно, кому отдать этот миллион. Ты понял? Взял деньги и жди меня в машине. Подожди, ты хочешь, чтобы возьми я сейчас... деньги и жди меня в машине. Я тебя прошу, не кричи.